Юлий Ким и Владимир Дашкевич. Сейчас будет романс из кинофильма «Красавец-мужчина». Дело в том, что мне вообще посчастливилось сотрудничать с Владимиром Дашкевичем. Так получилось, что Елена Камбурова не смогла в совместной их программе принять участие по состоянию здоровья. И меня ввели очень быстро в эту программу. И я спела вот весь репертуар, который Елена Камбурова поет. Вот. И потом Владимир Дашкевич говорил, что вообще, говорит, я думал, только в голливудских фильмах так бывает, что вот композитор и певица встречаются, и на следующий день вот уже программу поют. Вот. А если вам нужна певица, которая быстро... то, пожалуйста, я всегда могу все очень быстро. Ну, давайте добрым словом вспомним Елену Антоновну Камбурову, которая подарила этому романсу, конечно же, вторую жизнь. Не покидай меня, весна, грозой и холодом минутным, меня напрасно не дразни. Не покидай меня, весна, сияй мне ярче с каждым утром, продлитесь вы, золотые дни, золотые дни. Продлись, продлись, мой дивный сон, тебя послало провидение, тебя так долго я ждала. Ты так прекрасен, дивный сон, что я не верю в пробуждение, и лишь тобой душа жива. Душа жива. Не покидай меня, весна, когда так радостно и нежно поют ручьи и соловьи. Не покидай меня, весна, не оставляй меня, надежда на чудо счастья и любви.